хотел сделать видео про фигурки древних, найденные на развалинах курганов, которые уже разграбили. Тут золото забрали, вот такие фигурки не забирали. Вот такая вот, похоже как на летучую мышь. Это вот интересно, это похоже на курицу. Такая вот фигурка интересная. Вот эти обломок копья найден там же. Вот как он выглядит. Вот это что-то чем-то похоже как на собачку. Так вот, или на лисицу. Но почему-то вот так, если посмотреть, то здесь 6 ног. Вот. Так вот, много ног. Вот тоже какая-то интересная, как динозавр, кстати. Да, тоже как фигурка древняя. Это все, получается, недалеко от курганов было. Вот это похоже как на птицу, на сидячую. Вот такая вот. Интересно. Вот, кстати, вот как собачка тоже. Тоже фигурка маленькая. Вот тут лапки, тут это. Такая вот тут голова, лапка, еще какая-то лапка, хвостик. Больше на динозавра похожит. Это чем-то напоминает ската. Такая вот фигурка. Это на ската похоже. Вот тоже, кстати, интересная. Какая-то вот. Вот и все они, кстати, металлокаменные фигурки. Вот железокаменные получаются. Такие фигурки. Вот это похоже как и на этого. Ну, тоже вот что-то вот с морским связано. Тоже какая-то рыбка. Это вот не знаю, похоже. На чего оно может быть похоже? Это все вот оттуда металл, кстати, не коррозийный, как будто из чистейшего железа. Это, кстати, вот больше похоже на бактерию. Вот видно крупный макет бактерии, как он идет. Вот это вот похоже на большого этого рогатого динозавра. Такая вот интересная фигурка. Вот тоже интересно. Вот такой вот, кстати, динозавр. Вот он. Такая вот. Вот, кстати, сидячая курица. Не курица, птица такая. Вот она, птица такая, сидячая. Ну вот, на этом, пожалуй, и все. А, вот еще тоже. Это как видно с высоты, видно летящая птица, как она выглядит с размахами крыльев. Ну вот, на этом, пожалуй, все. Вот такая вот куча всяких игрушек, похожа на лом. На самом деле, это игрушки древние. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.